Не-не-не. Здорово. Собственно, как всегда, решил скрасить время в пути. Агата, привет. Время в пути вашим вниманием. Я на этой, ну, практически около европейского Хачевника. Привет, Агаточка. Двигался пешком по Краснопресненской набережной от заведения под названием Andy's Bar. Вот, собственно, иду. Бля, ничего не видно, фонарь сраный. Привет, привет. Двигаюсь в сторону дома. Хорошее произношение. Согласен. Привет. Как прошло выступление, не буду говорить, как оно прошло. А у Димарика был в пабе. Блин, Агата, он мне так уже на самом деле неудобно перед ним, он постоянно зовет. И сегодня в том числе звал. И как бы... Что-то, короче, никак не получается доехать, не знаю. Обязательно заеду, потому что хочется. По какому району? Я в центре города, говорю, метро Киевское, торговый центр Европейский, какой райончик. Лицо в камеру. Давайте без лица. Без яйца. Лицо счастливое, кто виновница? Да какая виновница, Саш, привет. Погодка, да, так себе. Салюты из Вологды. Вологде привет большой. Короче, не обращайте внимания, потому что меня постоянно мои друзья, близкие, пидорасят за перископ. Да, про DMC я знаю, Агат, потому что этот наш диджей, как бы там тоже не этот непосредственное участие должен был. Ну, не то чтобы принимать, но что-то он там это. 30 человек. Ну, в принципе, я тоже не удивлен. Ну, короче, я сегодня наслышан, да, что там Tactics размещал сегодня это самое анонс этого мероприятия. Там диджей Кентаро и так далее. Я понял, да, что публики. Но для Yota Space, мне кажется, это жестко, честно говоря. Ящик, да. Вот наш любимый хачевник европейский. В областях которого мы в данный момент находимся. Ну ладно. Что, ну ладно? Я видел, что написал, что я потолстел. Что мне нужно сделать? Сказать извини. За этот прекрасный дворец. Согласен. Домой двигаешься. Да, домой пешком от европейского. Прям по Кутузе маме и в Новопеределкино. Часов через 8 дойду. Охуенно. На электрон уже все, уже не фую. Поэтому угадайте, что я сейчас делаю. Ты сам электрон. Я слово, Агат. Поэтому угадайте, что я сейчас делаю. Почему я не вызвал Uber от того места, откуда я иду, потому что сейчас я дохожу до, вероятно, крошки, картошки или чего-нибудь подобного. Иди к Оби-Вану. Блин, я хотел сказать про Оби-Вана, честно говоря, но там это, мало ли, передадут, потом ходи, короче, оглядывайся, блядь. Выебнулся на Оби-Вана. Я уже написал в Твиттере, что его Versus Battle хуйня, и меня там уже вызвали на Versus Battle, пиздюлей там обещали дать и так далее. Поэтому здесь нужно, блядь, ну, аккуратно ходить, накинув капюшон на голову.
Ну вот, дальнейшие мои действия, друзья. Иду. Иду под дождем. Перехожу дорожку. Захожу в некоторый лабаз. Ну, какой-нибудь фастфуд сейчас мы найдем, где можно официально это самое. В говнюху в какую-нибудь. Беру я пивас. И пока у меня осталось еще процентов 25 на телефоне, вызываю Uber. Ну или Get, но, наверное, Uber. Нет, не поссать, агат. Поссать я могу всегда вот за любое дерево, здесь деревьев полно. Беру пивасик, вызываю, блядь, какого-нибудь своего, блядь, Хамзата, блядь, на Hyundai, блядь, Solaris. И ебашу домой спать, кота обнимать. Так, мужики, все, стойте. Я пожирнел только, я не повзрослел, ага. Ну, в общем-то, это примерно весь месседж, который я хотел до вас донести сегодня. На самом деле, попиздел бы с вами еще даже из вагона такси, хотел сказать, из машины такси. Но осталось очень мало зарядки. А нужно еще на какого-нибудь своего, блядь, Магомеда, чтобы хватило. Ну да, настолько скука просто. Я на самом деле хитрю душой. У меня есть с собой это... Ну, короче, зарядка, как это, Powerbank называется. Или как сейчас это модные люди называют. Короче, заряжусь еще. Я бы не стал бы на вас тратить, как бы... последние проценты своей жизни. Вдруг это реально моя жизнь последняя. Меня, может, сейчас пиздюлей раскатают около европейского, порежут ножами, как арбуз. Вот, ладно, в общем, всех люблю, всех обнимаю. Всем доброй ночи, субботней, воскресной и так далее. Пойду блевану. Сотую трансляцию, ебать.